секундочку. Давай. Шаг вправо ногой. Вот. Только плечами не работает. Руками-то надо работать. Ребят, вы работаете синхронно. Вот смотрите, вот руки, нога, вот я, вот видите. А вот я получался, сделал шаг, руки оставил там. Как вы дверь поворачиваете? Точно так же. Вот как и дверь открывается. Да, вот так же открывается. А у вас получается нога ушла, руки остались. Еще раз говорю, все вместе, вот он поворот идет. Попробуйте.